Срок отстранения истек. Именно она, рискуя всем, привела вашу лошадь на кубок Мельбурна. Так почему бы и вам не дать ей шанс? Мы и так уже потратили много денег на его лечение. 3 перелома прооперировали. Операция на брюшной полости. Ему уже 6. Чудо, что он вообще еще бегает. Это наш последний шанс хоть немного компенсировать расходы. И если он не попадет в первую десятку, то деньги мы потратим впустую. Давайте смотреть правде в глаза. Ни одной женщине-жокею не удалось взять кубок Мельбурна. Им не хватает силы на последних 100 метрах. Точно. К тому же она совершенно бесшабашная. Раньше вас не смущало, что я работаю с принцем? А теперь вы вдруг решили меня заменить? Почему? Шелли, дело не в тебе лично. Мы хотим улучшить его шансы. Я прошла на нем почти каждый его заезд. Мы понимаем друг друга с полуслова. Он мой. Кубок сложной скачки. Тут нужна сила. Я вам скажу, что нужно. Думаете, только в силе дело? Сила – это далеко не главное. Надо чувствовать свою лошадь. Надо уметь читать трек, как открытую книгу. И прежде всего, надо уметь быть терпеливым. И если вы все считаете по-другому, вы все тут безмозглые идиоты. Знаете, что нужно, чтобы победить в Кубке Мельбурна? Нужна она. В погоне за ветром. В кино 7